Привет всем, вы на канале Beer и Game, мы продолжаем проходить игру Mass Effect. Продолжаем, остановились мы на вот этой вот планете, да, где сидели там вот эти наши враги, судя по точкам, вот красненьким. Вот, а мы были в этой машинке в нашей, ездили здесь и искали вообще пути. И вот, спасибо, нам подсказали, что действительно есть здесь этот путь злополучный, его никак не было видно, как же... Так же, как и мы тогда встряли в этом, где в каком-то помещении, мы тоже не увидели этот путь. Да, тоже не увидели этот путь. Такой, видимо, чё? Частенько случается. Танк, чё это за танк. Хрень? Да, ты знаешь, куда... Местный танк. Это нет, турель. Это турель, да-да-да. Да, это турель. Ну вот, значит, мы в верном направлении идем. Лёша как бы посмотрел, поискал, как там проехать, если что, чтобы мы... Потому что не опять... Не сидели тут полсерии, не искали. Да, вот как заныкают пути, действительно. И нам просто неинтересно в эту игру играть. Нам непонятно, куда идти. Я ее выбрал, потому что, наоборот, она мне понравилась. И есть другие части, я знаю. Но вот эта часть, она делает так, что... Здесь, может быть, мне непонятно, куда идти, или не знаю. А так, игра-то ничего. Главное, чтобы был путь ясен, блин. Ну да, по карте надо ориентироваться тоже. Какой он красненький. Это что это? Новый костюмчик, обмундирование. Давай, красненький. Мяско ходящее, говядина. Смотрите, в тебя все равно кто-то стреляет. Ну ничего страшного, я их быстро забомблю. Как мне нравится их бомбить, даже с первого раза. Ты далеко, очень носач. Бум. В фокусе, да? И все. Да, хорошо, я всегда прицел почему-то shift. Ну да, так, под мизинчик. Так, хмыль, а что ты там заныкался? Ждет момента. Какого момента? Может тебе суперклей дать? Момент ты захотел, и пакетик тебе туда залить, топливо. Get солдат, смотри. Так ты вылезай оттуда, ты что? Смотри, прилип, ёб, точно на моменте. Так, нам нужно машинку нашу разминуть, тарантайку. Он даже ничего и сделать-то не может. Вроде бы научился как управлять немножечко. Он прилип просто и все. Шизик, выходи. Вот и все. Павлуша вышел. Оп-оп-оп. Скакун идти вот туды. Оп, и все. Так, а что у нас здесь? Еще какие-то две красные точки есть, поэтому... Если что... Если что, я буду вылезать, наверное. А ну так да, вот... или вылезти уже, посмотреть, где тут у нас. Так, а где у нас эта красная тачка? Красная тачка, где у нас? Так вот, что-то он сейчас перестал бегать, шиджму он не бегает почему-то. А там, когда мы гасили этих луковиц, они бегали. Mm-hmm. Ладно, значит, вот здесь у нас красная точка. Тихонечко. Это я проверил, какая у меня пушка. Потому что мне больше всего она понравилась. Вот как она хорошо стреляет. Вот это... кто там стоял, понятно. Ты один, а нас трое. Свалился. И у меня пульки как горохом. Оружейный шкаф. Ну, естественно, ручное отключение, да. Другого и не может быть, да? Блин. Есть. Банши 3. Банши, я не знаю, что... Пожинатель 3. Мститель 4. Мы возьмем сюда, потом мы его прокачаем. Что это такое? Ух ты, ёп, наверх поехал. А где наш третий официант? Все, приехали. И что здесь? Какие-то бункера у них здесь, да. Лифты, типа мехток нахрен. Элеватор, блин, не это знаю. Это есть, что ли, лифт? Фу, странно, почему? Мы же поехали, если оно... Или что? То есть вот непонятно, да? Вот опять уже. Уже что-то непонятно. Мы же вроде поехали наверх, почему мы внизу опять? Может, ладно. Вот эту штуку ты открыл, дверь эту просто? Охрен его знает. А может быть, да, что-то открыл, фиг его. Может, вот эту дверь... А, это наверное... она, наверное, поехала, ёбо. Ага. Вот. Да, это не мы поехали, это дверь поехала. Пойдем туда, стоим.
А это что такое? Камера с плазмой. Че? Можно взять? Ага. Или взорвать. Да уж. Сейчас мы разлетелись на куски. Пупок, ты где был? Курочка, ты яйца откладывал или... Или там курочек нахрен осеменял? Бегайте где-то все без меня, идти вот туды. Так, а что у нас здесь? Ку-ку, тут есть кто-нибудь? Фу, вообще пусто нахрен, ничего нет. Какой-то он красненький стал, или он таким был? Может, он такой и был, он просто в темноте всегда бегал. А может, покраснел от злости. Мне казалось, он каким-то немножко другим был. А может быть, он все-таки был другим, да. Или черным он был каким-то, а сейчас какой-то прям черепашкин. Так у него, видишь, я ж тебе говорю, у него сейчас этот, как его? Я забыл. О, машинка. Пойдем? Нет, я перепутал кнопки. Вот сюда нам надо. У нас там было еще красное пятно. У них, видишь, это у этих кукарям. Они краснеют, когда уже чувствуют, что на подходе. Им нужна курица, понимаешь? А куриц нет, он от злости покраснел, что их нет. Вот здесь что у нас? У нас был второй красный краснопер. Где он? Ух ты, смотри, что-то лежит. Набор улучшений. Ой, хорошо. Так. И что нам делать? Одну переработаем в гель, а вторую возьмем. Так, я думал, тоже на бомбу. А вот этот унигель, он нужен для того, чтобы что? Дешифровка она. То есть, если ты не открываешь, ты используешь там 20 единиц, 30 единиц дешифровки. То есть, ее она открывает автоматически. Вот этот унигель, да? Да, если я не смогу открыть... вручную, если там что-то мне не пойдет. Ну, у тебя обычно получается. Я как-то пробовал, у меня что-то вообще не получилось. Да блин, да, эту точку. Так, что здесь у нас? Да. Красноперый, вот он здесь где-то сидит. Так, туда мы вроде не сможем поехать, что там такое лежит. Бомба, что ли, его? Ящик. Ой, чудо. Ух ты, ёб, да зашибись, смотри. Класс. Так, кто что это здесь? Местные урны, да? Ага. Местные помой, как в море. Как в море, да. Собираешь бутылочки. Вот так. У нас вот здесь красный хмырь, но нам нужно выбраться. Где он здесь может быть? Так, нам нужно куда-нибудь машинку. Это он там прячется. Да уж. Так. А, может сюда? Может эту дверь открою? А может быть и эту открою. Какую-то мышь открыли? Открыли что? Вот эту что ли открыли, хрен его знает. Или мы не открыли, она была открытой. Там один красный хмырь, смотри, видишь? А-а-а. Бабуинчик, ты там что, засел? Так мы тебе сейчас подойдем и кокнем. Маслом, так сказать, промажем места заржавевшие. Так, туда нельзя. А вот... А так вообще можно, да? Человек бы прошел там. Ну вот, видишь, там а так... А он не может. Вот здесь, что ли? Вот здесь красная точка. Шизофреник, вы где? Подожди, не крутись. Ой, вот вы стоите. А чего вы здесь стоите? Трещотка. Затрещал, да? Да, трещи. Только ты мало будешь трещать. Ну, давай. Вот, давай попробуем сейчас что-то. Вот, что-то у меня не выходит. Ой. Фуфло, не получилось, видишь? А ты... Ой, получилось! А, 20 единиц. Да, вот он, да, унигель, если что. Да, одну переобразуем, если же панель управления воротами. Смотри, ворота какие-то. Угу. Ах, еще мой. Одни ворота, да? Вот эти ворота. А что они нам дадут? Мы сейчас посмотрим. Изучим. Ну что, вот shift, как говорил, уже жму. Не бежит.
Ну пускай бежит. Видимо, это может включается на бой на каком-то, когда там да? какой-то глобальный бой идет. А, это вот ворота, которые, из которых мы приехали, кстати. То есть мы как-то там обходили. Теперь нам, если что, обходить не надо будет. Ну так я посматриваю на карту, конечно, да. Странно, а что за хер? И чё? Ничего нету, что ли, ебу? Ох, ёб, это я на карту засмотрелся, я поехал. Ох ты. Ой, какого. Все равно. Она не переворачивается. Ну все, все, поехали, поехали. Это, знаете, такие, по-моему, игрушки были. 90-е, что ли, я вот видела, такие танчики были, знаете. Не понял. Какие-то. Смотри, а ты говоришь, не переворачивается. Эй! Ну, ты уж прям очень сильно старался. А вылезти можешь? Ничего не получается. Какой ровный? Мы вообще не на антировной. Петрович! Опа, о. Пробел. Короче, пробел надо жать, во. И этот наш... Супер танчик, я уже полюбил этот танчик, уже управляю более-менее хорошо. Так что мы теперь? Вы вроде ничего не нашли, что ли, или что? Ну, может быть, да. Подожди-ка. Что-то там я все-таки, конечно, заметил. Где? Там, на той карте, вроде была какая-то красная точка, но что-то я не мог ее... зафигнуть, добраться до нее, то есть не добраться, может быть сейчас так надо добраться, я не знаю точно. А, ну вот, кстати, да, ты получается по стрелке едешь, да? Сейчас мы посмотрим, возможно мы вернемся. Может так и надо? Хотя там помнишь какой-то были ворота вторые открытые, может нам туда? Давай сейчас едем посмотрим. Что-то я вообще не помню, там же вроде бы ничего опять не было. Может, мы опять что-нибудь упустили, нахрен? Ты двое ворот там открыл. Одни ворота это, которые вот эти открывались, куда мы не могли сначала заехать. Мы их открыли. А первые, которые мы открыли, это были вторые ворота. Но вот туда не поехал. Давай посмотрим. Посмотрим, да, проверим. Давай. Почему бы и нет? А то сейчас что-нибудь упустим, нахрен. И все. Ой, подожди, подожди. Вот так, молодец. Мы знаете, как тебе вернуть в исходное состояние. Вот эти ворота, перед которыми мы стояли, мы их открыли. Да. Так, что ты. Что это за антипроездной камень, что ли, как тебя там называют? Валу. Вот сюда мы поедем. Вот вторые вот эти, да, мы их не открыли, мы их вот открыли. Только да. Вот. Ты ходила, открывала. Ты что, она здесь? Алло. О. Ух ты, мудак появился, смотрите. Да. Вот я его, по-моему, тогда заметил, но я думал, нужно было в обход ехать. Какие трубы, смотри. Покажись. Так, стоишь, мех. Так, что там за дела? Кто это меня подбомбил, да? Он даже не понимает, о чем дело. Садись к земле. Твоя голова должна всегда видеть землю одним миллиметром. О! Что там такое? Кто там пукает синим пламенем, ёбок? Газу, что ли? Тебя зато кто-то заметил. Да ты ж так далеко, что пукает. Так далеко, да, как вы там видеть-то можете. Да вы даже стреляете мимо куда-то. Все, головка от часов заря. Это все максимально, да, что ты можешь? Ага. Да все, ему каранты. Еще и попал. Ух ты, шкура, я ж посинел. Наш кораблик золотой посинел. Так, так, мне, я говорю, как мне говорит, мне уже нравится им управлять. Спустя 20 серий мы вроде начинаем понимать, что им хорошо управлять. Так, а здесь что-то проехать?
Видимо, мы все-таки пробираемся. Да, куда-то мы пробираемся. Тем более, нам написали в комментариях, что... Эту... Та, которую мы ищем, она находится именно на этой планете. Поэтому мы должны там все разрыть и найти. Да. Да, спасибо. Очень подсказки нас спасают, конечно. Непонятно. В этой игре точно спасают. Это точно, да, что жесть. Вообще эта игра супер непонятная для нас. Она ничего, да, игра. Ну, если разобраться, то конечно, да. А вот столько тут... планет, куда лететь, непонятно, да? Там написано в систему залететь, но там еще 4 планеты. Получается, их все по-любому. Вон они там сбоку все лезут. Ах ты хмай. Нет, нет, меня какие-то игры научили, что надо потихонечку подкрадаться теперь. Ну их нахрен, этих фуфлыжников. Вот она наша корыта новейшая. Все, как хорошо взрывать их, ой, как хорошо. Прицел у нас просто. Где вы там? Кукаратица, кукарача. Кстати, в наш мака очень легко попасть, если честно, потому что он большой, такой габаритный, они даже если куда-то не туда стрельнут, все равно они попадут, скорее всего. Там их дохренище, что ли? Где-то штуки 3-4, наверное. И там какая-то большая хрень. Ну, еще. Это танк, наверное, отлично. А может, нет. Так я вас одного раза. С одного мизинца. Все, летайте. Кто там еще есть? Кто? О, смотри, стоят. Бум и все. Бада, бум, мультипаспорт. О, это что там такое ходит? Ну, это траншея. А, танк? Это да? Этот какого? Гусь. Гусь ходит? Гусь, я могу называть его гусем. Шипит о, что-то запаниковал, там. Запаниковал, запаниковал. Ёп. Что это за фея? Смотри, запаниковал. Так, это у нас глаза? У нас глюки, да, какие-то вызывают. Гусь, вы все? Вы сплавились? Вот и все, да. Я говорю, 4 штуки их там было. Видимо, мы пробираемся вглубь планеты, действительно, смотри. Ах, мы образовали здесь пупки. Mm-hmm. Если честно, я уже забыл, зачем нам ее надо спасти, конечно. То есть, вот эту, как ее там зовут, уже тоже забыл. Но мы поедем, посмотрим сейчас. Что здесь? Нам главное сейчас найти, куда продвинуться. Так, там красный мудозвончик. Ку-ку. Чё? Кто-то случился? А, это я ударился. Ну, пока вроде никого не видно. Так, значит, он далековато. Поехали. Поедем. Да. Какой-то этот... Тоннель, да? Тоннели, что видимо, такое? Они здесь что-то переплавляют, нахрен, переезжают сами. Нам главное этого нашу машинку тоже не потерять, ну его нахрен. Ну где же ты? Опять врезались. О, чё? Там что двое. Там глобальное. И тут-то да, двое, а вот там что делается, непонятно. Вон там уже, кстати, стоит. Пупок, так я тебе с одного удара, чё там? Ты извини, у нас супер мощный патрон. Главное, что сделано. То есть они все время стоят уже наготове, да? То есть как будто бы знают, что кто-то придет, да? Я думаю, нет, они просто стоят здесь, охраняют какой-то участок. Не, ну как обычно в играх там бывает. Ходят, да, что-то ходят, они, ну как в этом, Far Cry, да, например, они ходят, они не знают там, да, что тут какой-то этот появится, как его зовут, Джек, да, какой-нибудь, они просто ходят, потом если они его заметят, то тогда да, тогда они там начинают в стойку вставать уже, загрузка. Загрузка.
пошло у нас? Сохранение это было или что? Загрузка. А, просто загрузочка, да? Вот. Вход, да, какой-то въезд. Сейчас, подожди, туда съезжу, посмотрю. Ну, это будет в следующий раз. Все-таки, наверное, сюда, правильно? Угу. Так, если у нас красные точки... Ну, что ты, что ты? Что ты там идешь? У нас такой снаряд, что ты просто превращаешь. Гет-ракетчик. Ух ты, гниль. Гет. Какая-то хрень остается, после меня кучка какой-то фигни. Да. Переработался в унигель. А здесь что у нас? Да еще раз, да еще много, много-много раз, да еще раз. Да еще много-много раз. В чистом поле васильки их мы сейчас загасим. Сердце воет от тоски. Получи удачу. Да, вот так вот получай. В грудак, а? В грудак с бомбы. Ну что у нас здесь? Ух, по железочке поехали. А там что, жижа что ли? Там жабы плавают. Жаба. Пошел ты, жабья душа. Вообще-то нельзя так говорить. Есть жабы, которые деньги приносят. Ёб твою налево, мы туда не проедем. Помехи, да. Почему помехи? Ой, жаль, как хорошо на ней было ехать. А, это вот такой проход, понятно. Блин, фигово сделали они. Вот тут уже ты догадался, а я не догадался. Да? Угу. А я увидел какой-то проход. Где мои кукарямбы? Чего вы там ныкаетесь? Где второй, третий, вернее? Теперь кукарямба идет. Чего? Три спуны. Действительно, как ты и говорила, во время боя он только бегает. Да, бегает. На, крыса получилась. Сиди. Видимо, они роботы, а я человек. То есть он наш забыл. Шепард. Да, да, да. И кукарямба, видимо, он тоже какой-то органической материи, биологической, правильно? Ну, не они, робот. Они все разные. То есть, как это называется? Раса человека, раса еще кого-то. Какой-то большой мутированной курицы. Опять третьего. А вот он прибежал. Пупок, ты где-то отсиживаешься, ё-моё. Какой это нахрен? Во, идут одни старики, чел там боялся все воевать. А нет, или в какую-то на другую. Ё, так, куда мы пробрались? Смотри, сколько тебя стреляют. Ничего, я сейчас вот здесь не сяду и буду пасту давить. Вот так он, белый, серый. Жил ли в бабусе два веселых гуся? Вон они. Один белый, другой серый, два веселых гуся. Смотри, то, что так это гуси, ё-моё, эти гуси. Кто там стреляет? Ёп, шизер! Белый. Гуси, да, серый, это серый гусь, а где? А вот серый гусь, да, вот тут белый. Видишь, я говорю, два гуся, а он еще белый. Я бабушке вошел один, это вот не думал. Вот так, тебе хорошее оружие жизнь, вот это вот самое лучшее. Она просто выкидывает эти пульки с такой силой. На. Да, нам нужно улучшать, это точно. Улучшение, улучшение, еще раз улучшение. Ты что, там щит поставил? А кто там? Что там стреляет, ты вообще не понимаешь. А, вот где-то он там спрятался. Мудень, вы где? Будем тогда подниматься. Вы хотите, наверное, по да? мудям получить? А, ну так и надо, в общем-то, да. Аккуратненько подниматься. Тихо-тихо. Вот так, у меня, смотри, я целая бойма в тебя. Серый бабушкин гусь. Только бабушка где сидит. Надо и бабушку откопать. Чё ты там красненький? Вот так вот тебе. У нас супер оружие есть. На тебе, гад. Пробираемся. Да, смотри, ты уже куда-то почти дошли. Значит, мы пришли уже почти что на какую-то базу. Угу. По подъеданию говядины. Можно, конечно, было это все быстрее пройти, если бы знали, да? То есть мы уже куда-то... Че? Заставка, что ли? Ух ты, паскуда, смотри, жаба, жаба.
Может, узнать такие попыгрунчики есть, ты их кидаешь, они прилипают. Да, да. Человек-паук, ну. Ё-моё, с этим воевать вручную фигово. Ну чё, давай воевать нахуй. Ну куда ты, пупок, прижался-то, ну? Ну ш... Чё? Встряли нахуй. А эти-то чё не сражаются? А мы ещё и не сохранились, прикидываешь, ё-моё. Может, прошло сохранение, давай посмотрим. Ни хера не прошло, прикидывайте, и сохранение не прошло, ёб твою налево, всё заново проходить. Всё, тогда мы здесь закончим нашу серию. Подписывайтесь на канал, вступайте в группу ВКонтакте, комментируйте, ставьте лайк, всем удачи, пока, смотрите на прохождение. А я поеду как дурак на то место. Вот, видишь, он тоже сказал, что только дурак. Пока. Пока.